Всем привет! У нас на канале новое классное видео. Не забудьте подписаться и нажать на колокольчик. В этом видео мы с вами рассмотрим очень классную пальтовую новинку, а также ассортимент пальтовых тканей для пошива осеннего или уже зимнего гардероба. Вот такой стильный барашек отлично подойдет для пошива объемных рубашек или полупальто, а также длинных пальто. Сейчас это очень трендовая фактура, так что не проходите мимо. Ткань достаточно плотная и непродуваемая, совершенно не тянется. Благодаря своей фактуре и плотности она идеально подойдет также для пошива аксессуаров, например, косметичек или сумок. Но в интерьере она также выглядит превосходно. Например, можно обить пуфик, кресло или стульчик. Для зимнего времени года можете использовать утеплитель, синтепон или слимтекс для создания объема. Вот такие красивые оттенки уже доступны к продаже в наших магазинах, а также на сайте Декабайбай. А сейчас мы перемещаемся в магазин на Кульман 11, где расположен наш основной ассортимент пальтовых тканей и тканей для верхней одежды. Рассмотрим с вами разные варианты по плотности, а также покажем мех, который может подойти для пошива полушубок. Не переключайтесь, смотрите до конца. В нашей коллекции барашков есть еще вот такая пальтовая ткань с ворсом коричневого цвета, которая довольно плотная, хорошо будет смотреться в свободных формах. Можете использовать ее для пошива полупальто или бомбера. Также обратите внимание на вот такую клетку, тоже барашек, очень классно смотрится в длинных пальто. Цены актуальны на момент публикации, лучше уточняйте их на нашем сайте dekabay.by. Пальтовая ткань зеленый меланж, это ткань средней плотности, хорошо подойдет для пошива классического пальто или накидки, можно даже шить безрукавку и головные уборы. А вот такая пальтовая ткань с ворсом бежевого оттенка хорошо подойдет для пошива длинных пальто в классическом стиле. Она средней плотности, но довольно теплая. В ассортименте также есть пальтовые ткани с шерстью в составе ладен, например. Их мы рассмотрим дальше. Вот эта клетка наша новинка. Здесь тоже есть шерсть. Очень красивые мягкие оттенки бежевого и серого. На видео они кажутся немного контрастными, но в жизни они нежнее. Здесь лицевая сторона более ворсистая, изнанка гладкая и контрастная. И это, кстати, можно использовать в качестве дизайнерского решения. Например, отделать так воротничок изнаночной стороной или подгибку рукава. Принт «Гусиная лапка» никогда не выходит из моды, вы это заметили? Очень часто встречается в трикотаже, также в костюмных тканях и вот в пальтовых тканях у нас тоже есть такой. Эти ткани идут малой плотности и больше относятся к костюмно-пальтовому ассортименту. Можно шить теплые оверсайз рубашки, также пиджаки или легкие пальто. А вот это всеми любимая пальтовая ткань с названием «Кашемир». Она очень нежная и мягкая, и очень простая в работе. Ее любят использовать начинающие швеи для отработки навыков в пошиве верхней одежды. А еще у нас есть вот такие двусторонние ткани, и можно шить на любую из этих сторон. Можно шить даже двусторонние изделия и потом выворачивать под настроение. Эти ткани средней плотности и хорошо держат форму. Наши клиенты уже пошили себе рубашки оверсайз, показывали нам, выглядят очень-очень стильно, так что советуем. А вот это любимая нами пальтовая ткань ладен с шерстью и вискозой в составе. По сравнению с предыдущими тканями она будет не сильно плотная и, возможно, не будет держать форму, если вы захотите именно оверсайз пальто и длинного варианта. Но зато она очень теплая и для какого-то классического пальто-халата просто прекрасная ткань. Рассмотрите еще ткань букле вот с такими узелками на лицевой стороне и в красивом песочном оттенке. Здесь шерсть в составе. А это суперхит прошлого сезона, идеальная просто замша на меху для пошива таких жилеток или а-ля дубленок. Также рекомендуем рассмотреть ткань для дубленки на меху. Это производство Дубай, очень качественная, плотная дубленка и отлично вам прослужит не один год. А как вам такая искусственная кожа с вышивкой и пайетками? Очень стильно и необычно смотрится. Можно шить косуху или плащ. А это наш очень-очень мягкий и нежный искусственный мех кролика. Отлично подойдет для полушубков или вот таких вот меховых бомберов.
Этот искусственный мех также подойдет для пошива зимнего гардероба. Используйте тонкий утеплитель Slimtex, чтобы не придавать еще большего объема. Тогда будет просто превосходно. Мы вам показали ассортимент на Кульман 11. На нашем сайте dkby.by есть еще больше. Подписывайтесь и ставьте лайк, чтобы быть в курсе.